А кто здесь у нас живет в рождественском городе? Кто у нас спит? Кто прячет свою голову? Такой большой великан зашел в такой маленький рождественский городок? Кто у нас такой хитренький? Кто у нас любит спать под елочкой? Честер наш? Так же хочется рождественского настроения и сказки, да? Он всегда спит под елкой. Вот смотрите, нашел где-то место, разворотил все и залез. И все, и теперь там спит постоянно. Друзья, всем привет из штата Мичиган. Зима к нам пришла и ушла, а олени дикие не уходят, как по расписанию. Пришли на завтрак. Друзья, с добрым утром, любви, счастья и всего самого лучшего, мира самое главное. Белкам, конечно, такая погода в радость. Без проблем находят свои орехи, которые спрятали. А мы готовимся к Рождеству. Сегодня любимая всеми рубрика «Распаковка посылок». Друзья, вы на канале Interesting Life. С вами Наташа и Юра из Детройта. Сегодня распаковка посылок. Не потерянных, не заказанных, а посылок от подписчицы и соседки. Это маленькая посылка от соседки. Она пришла позавчера, я сразу догадалась. Потому что соседка нам делает каждый год такой сюрприз. В том году она заказала нам фрукты, свежие фрукты, в таком красивом деревянном ящичке. В этом году посмотрим, что она заказала нам. Мы очень дружно живем с соседями. Всегда с Юрой, когда коптим мясо или жарим шашлык, мы всегда с ней делимся. Несколько дней до этого соседи с нами также поделились своим печеньем. Сэнди всегда, когда печет рождественское печенье, она делится с нами. Она всегда нас угощает. Но эту посылочку мы откроем попозже, потому что она маленькая, и для нее нужно специальное место. Конечно, мы уже открыли эти посылки до этого, потому что интересно было, что такое, может, там что-то запрещенное. Поэтому мы их открыли. А сейчас покажем, что внутри этих посылок вам. А эту посылку мы получили вчера, и это было для нас большим сюрпризом. Также не было указано, от кого эта посылка, но когда мы открыли, в серединке был конверт и открыточка. И здесь письмо. Что ж, обзор посылки от подписчицы. Этой посылкой я была очень удивлена. Это был очень приятный сюрприз. Большое вам спасибо, Кристина. Когда мы открыли посылку, здесь был конверт. И вот такая красивая открыточка с поздравлениями, пожеланиями. Нам всего хорошего. Кристина написала, что, просмотрев наше видео, она увидела, что я люблю китайскую и японскую кухню. И также она говорит, специально прислала для вас суп, чтобы вам было, что положить мужу на природу. Она видела видео, где я Юрий купила на завтрак на рыбалку суп, а он был острый, а я не дочиталась. Кристина, большое вам спасибо. Мы также желаем вашей семье мира, любви, добра и всего самого лучшего. Я очень удивлена, потому что я привыкла высылать посылки. Нам ничего не нужно, большое вам спасибо. Но этот сюрприз меня очень-очень удивил. Большое спасибо. Друзья, ну что ж, смотрим. Что же нам прислали из Калифорнии? У Кристины соседи китайцы. У них есть свой магазин. И она прислала нам такую посылку с приветом из Азии, из Калифорнии. Смотрим, что в посылке. Вот такой мисо-суп. Мы, когда были в японском ресторане, моим родителям также понравился этот суп, мисо-суп. Вегетарианский суп, вермишельки с овощами. О, а здесь сушеные морские водоросли. Вижу красные и зеленые. Я читала, что красные морские водоросли даже полезнее, чем зеленые. И здесь две больших упаковки такого же салата. Я еще никогда не пробовала сухие водоросли. Сухие. Я так поняла, что их нужно залить кипятком. Посмотрю инструкцию потом. Заливаешь кипятком, а после этого уже ешь. Наверное, очень вкусные. Возможно, даже можно как перекус, как сухие водоросли, как чипсы их есть. Попробую. Посмотрю инструкцию, почитаю и поделюсь с вами, вкусные они или нет. Две таких упаковочки. Здесь вижу производитель Корея.
сушеные грибочки, шиитаки. Мы покупали свежие грибы в азиатском магазине. У них своеобразный вкус, но они очень полезные. Очень много аминокислоты и клетчатки. Они очень полезны в борьбе с холестерином. Они ускоряют его переработку и выводят из организма. Также они понижают сахар, если вы не знали. И они также полезны для того, у кого аллергия. Они повышают иммунную систему. Сухие я еще никогда не покупала. Приготовим. Готовим будем вместе, друзья. Очень интересный набор продуктов. Большое спасибо. Рис. Жасмин рис. Его, наверное, можно также использовать. Это, наверное, уже Америка, Калифорния. Его также можно использовать и для приготовления суш. Он хороший, этот рис. Мы покупали его. Две упаковки риса. Ну и, конечно, листы для суши нори. Вы хотите, Кристина, чтобы я приготовила суши? Вы знаете, мы уже в последнее время не готовим дома суши. Я когда-то, когда еще даже так никто не готовил ни в интернете, ни друзья, как-то были в ресторане, где сушист перед нашими глазами готовил суши. И я после этого начала их постоянно готовить. А потом как-то уже проелась, наверное, что ли, и хочется другого вкуса суш, который приготовит настоящий сушист. Но я приготовлю. А, и такие маленькие листы нори. Мы покупали такое в Костко. Они хорошие, как чипсы, как перекус. И в них также можно заворачивать рис и готовить такие рулетики, роллы. Рисовая вермишель. Фрунчозу готовит из нее. Подружка делала всегда фрунчозу. Она очень вкусно готовит фрунчозу. Артем очень любит этот салат. А здесь фасолевая лапша. Я еще никогда не пробовала такой лапши. Нужно будет приготовить. Это кладезь белка, протеин. Нужно будет приготовить. Спасибо. Очень интересный набор продуктов. А что здесь? Я также слышала о такой лапше. Это из сладкой картошки лапша. С нее также можно готовить фрунчозу. Друзья, так что у нас впереди очень много готовки азиатской еды. Здесь очень большой пакет. Без ГМО. Натуральный продукт. Будем пробовать. Производство, наверное, Китай, потому что вижу. Производство Китай. Ну и тонкая бумага, роллы. Тонкие весенние роллы. Это азиатская бумага, в которую заворачивают овощи, рыбу. Нужно будет приготовить обязательно такой снэк. Большое спасибо. Очень удивили набором продуктов. Так что, друзья, у нас впереди азиатская кухня, готовка азиатской еды. Тем более у нас есть комбайны, помните, с распаковок, которые нарезают овощи такими спиральками. Так что у нас впереди много интересного. Оставайтесь с нами, поставьте лайк, ведь это этого стоит. Спасибо большое. Ну а теперь смотрим, что же прислала нам соседка. Чем нас в этом году удивила соседка. Есть такие сайты, где вы заказываете подарки для друзей, оплачиваете и указываете адрес, куда присылают такие подарки. Нам Кума Леся делала такие сюрпризы, также и моя подруга делала мне такие сюрпризы. Смотрим, что же нам подарила Майя, соседка. Вот здесь есть квитанция, которую мы уже узнали, что это точно подарок от нее. Здесь указано, кто заказывал подарок. А также памятка, как ухаживать за этим подарком. Ну что ж, смотрим. О, это живые ветки елки. Поэтому на посылке написано даже «Открыть немедленно». А мы 2 дня держали. Вот такой веночек из еловых живых веточек. Вот смотрите,
Их нужно расправить. Они были упакованы. О, как красиво! Запах такой еловый. Рождественский. Большое спасибо. Подставочка для свечи. И свеча. Но она такая, на батареечке. Нужно снять упаковочку. Все упаковано. Ой, какие красивые, как красиво. Здесь написано «Полей меня». И здесь я вижу внизу есть такой горшочек, куда можно заливать водичку, чтобы веточки стояли долго и радовали вас. Сюда идут три маленьких батарейки. Их не было в этом подарочке. Мы нашли дома и поставили свои. И свеча горит. Вот сюда прям наливаешь воды. Друзья, спасибо за просмотр. Я поделилась с вами этим видео. Хотела также вас порадовать. Друзья, мира, любви, добра и всего самого лучшего. А я иду готовить святую вечерю. У нас Рождество. До новой встречи. Пока-пока. С любовью, Наташа Юра с Детройта.